Вот что писала в 1928 году немецкая газета «Volkes Zeitung» про фильм Ольги Преображенской и Ивана Правого «Бабы Рязанские». Великолепный, захватывающий, прекрасный русский фильм. Этот фильм нужно видеть. Это самое неподдельное, превосходное, близкое земле из всего, что до сих пор появлялось на экране. Все прекрасно в этом фильме, но в особенности цесарское. Ровно 100 лет назад, 3 июня 1909 года, родилась Эмма Цесарская, первая в отечественном кинематографе Аксинья в «Тихом Доне», заслуженная артистка РСФСР, выдающаяся актриса, необыкновенно красивая женщина с очень сложной человеческой судьбой.